Музыка – цветы, аплодисменты. Передовики производства получают заслуженные награды. Василий Буровцев трудится на заводе «Полимир» без малого 29 лет. Придя на завод слесарем по ремонту, поднялся по ступеням карьерной лестницы и с 2005 года занимает должность заместителя главного инженера по охране природы. Василий Евгеньевич постоянно совершенствует свои знания. Посещаю курсы повышения квалификации, различные выставки, семинары. Ну, потом это пытаюсь использовать на практике. Делюсь своим опытом, который у меня есть, не знаю, достаточно, большой, небольшой, с молодым поколением, где-то подсказываю, где-то советую. Иногда со старшими находим общие какие-то технические нестандартные решения, чтобы получить максимальный экономический эффект для предприятия в целом. Юрий Стадничук – старожил 402-го цеха. Юрий Петрович трудится здесь с момента пуска. Несмотря на огромный опыт работы и добросовестный труд, передовик признается – награда стала неожиданностью. В 1985 году, в сентябре месяце, я устроился на завод «Полимир», цех 402, то есть тогда еще на грани монтажа было оборудование. Ну, вот в декабре 1985 года пустились, начали давать продукцию. Вот с того момента я и работаю в 402-м цехе аппаратчиком формования 5-го разряда. А молодому поколению Юрий Петрович советует не стесняться обращаться к старшим товарищам за подсказкой, советом, добрым словом. Традиции таким образом благодарить за работу в преддверии 1 мая уже более 15 лет. За это время на доске почета завода «Полимир» побывало без малого 500 заводчан. Профессиональное мастерство и добросовестная работа – два ключевых момента, которые помогли этим людям добиться успеха. Ирина Шипко, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.